Одинцовские единороссы почтили память детей, жертв войны в Донбассе. Окружные депутаты от «Единой России» регулярно оказывают помощь мирным жителям Донбасса и бойцам в зоне СВО. В настоящее время проходит акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой на базе общественной приемной «Единой России» проходит сбор школьных принадлежностей, одежды и обуви для детей Донбасса.